Наша страна славится огромным количеством рыбных мест. От крупных рек до небольших водохранилищ. Вот, на самом деле, как клюет судак. Самое время обновить арсенал приманок. Ну, здесь блесен порядка 50. Выбрать в навигаторе перспективные локации. И тогда у вас все получится, вы поймаете свою рыбу. От самых маленьких до настоящих гигантов. Думали, будем ловить щуку, а клюют вот такие красавчики. Сезон в самом разгаре. Рыболовная Россия на телеканале «Охота и рыбалка».